Всем привет! С вами Лилия Донскова. И сегодня у нас распаковка заказа из каталога номер 3 компании Oriflame. Я очень сильно ждала этот заказ, и что особенно приятно, он получился на 151 балл. Это наш первый заказ. Сумма заказа 7300 рублей, а к оплате всего 2900 рублей. Остальное все прошло за счет скидки, поэтому я вам сразу рекомендую. Собирайте свою команду и получайте деньги за организованный товарооборот. Это очень выгодно и прибыльно. Я сэкономила 4366 рублей, которые пошли мне в карман. Итак, что же у нас в заказе? Первое – это шар. Если вы смотрели обзор каталога номер 3, в котором мы показывали все аксессуары, то вы помните, что я была в замешательстве и не знала, что же себе выбрать. В результате я решила подождать, когда придет шарфик по акции. Он мне обошелся всего лишь за 199 рублей. Посмотрите, какое чудо! И я поняла, что мне всего лишь нужна еще розовая сумочка, которая будет великолепно гармонировать с этим шарфиком. Смотрите, как он шикарно выглядит. То есть можно выпустить розовые цветы или сиреневые, немножко зелени. Вот этот потрясающий бежевый оттенок. Я в полном восторге от этого шарфика, и теперь я точно знаю, что я возьму. Далее, огромное количество пакетиков, это пробники шампуней. В следующем каталоге будут новые шампуни, и я взяла их все попробовать и на подарки своим клиентам. Я хочу, во-первых, получить свое личное ощущение, потому что это профессиональная серия Haier. Если они что-то делают, они это делают очень хорошо. И если серия обновилась, значит, она стала еще лучше. Мне не терпится уже попробовать новинку. А мы идем дальше. Красивый пакетик. Кстати, обожаю пакетики Oriflame. И сейчас они такие стильненькие, все в разных цветах приходят. 4 кусочка потрясающе красивого мыла. Бесподобная упаковка. Уже готовый подарок. Внутри нас ждет цветочное мыло с розой. То есть выбит рисунок розы. Потрясающе пахнет. Я уже отсюда чувствую тонкий аромат духов. Один кусочек останется у нас. Он прямо сегодня побежит в ванную. А остальные пойдут на подарки. Подружкам подарю. Это для дочки. Специальное средство для умывания с чайным деревом. Дает прекрасный антибактериальный эффект. Убирает излишки жира. Помогает делать поры меньше. И обладает потрясающим ароматом. Я даже иногда сама им умываюсь, потому что мне очень нравится, как пахнет личико потом. В заказе крем, тоже для дочки. Мы уже его брали. Это серия Essentials с миндалем. Потрясающий крем. Я его попробовала у дочки, и мне он очень понравился. Он недорогой, но прекрасно увлажняет, питает кожу. У нас огромное количество в заказе таких коробочек. Я надеюсь, вы знаете, что это. Точно знаете? Их тут 9 штук. С вишневым и с ароматом, и с ароматом черной смородины. Себе я оставлю с ароматом черной смородины. Такой потрясающий бочонок. А посмотрите, какая упаковка. Внутри орнамент красивейший, просто изысканная такая коробочка. Тоже прекрасный подарок. Супер! Намного лучше, чем подарить человеку, например, шоколадку. На что еще можно купить за там, пределах 100 рублей? А, чудесный аромат, потрясающий, красивый. Мой, кстати, любимый в этом сезоне фиолетовый цвет. Не знаю почему, но мне очень нравится. Я обращаю на все вещи с фиолетовым цветом внимание, и я думаю, нужно что-то приобрести из одежды с фиолетом. О, кстати, у меня пальто фиолетовое, вот в чем дело. Так, дальше. 3 сушки для ногтей. Обратите внимание на последней страничке каталога. Очень выгодное предложение, очень нужная вещь. Во-первых, быстро сохнет лак. Вот сегодня прям буду красить ногти, быстро сушить, потому что я люблю все делать очень быстро. И прекрасно закрепляет еще лак и дает дополнительный блеск. Ногти просто прелесть становятся. Наконец-то мы добрались до спецпредложения. Приобретите новую помаду серии The One и тушь 5 в одном. Это моя любимая тушь. Она приходит просто в подарок. То есть, если вы просто клиент, вы получаете весь комплект за 500 рублей. А если вы умный клиент компании, значит, вы этот комплект получаете всего лишь за 400 рублей. Посмотрите на это чудо.
Крышка прозрачная, футляр стального такого серебристого цвета. Помада уже у меня на губах, я просто не смогла удержаться. И прям с порога буквально отняла коробку у курьера и сразу начала красить губы, потому что это то, что я так долго ждала. По ощущениям, помада невесомая, на губах не чувствуется. Я вот даже не понимаю порой, накрашены у меня губы или нет, настолько она легкая. У нее практически нет аромата, то есть он если есть, то прям тоненький-тоненький. И это очень хорошо, потому что я не люблю, когда помада слишком ярко пахнет, потому что духи, помада, это все разные ароматы, это не очень хорошо. И, конечно, дизайн. Это просто великолепие. Поставлю так его на виду, надеюсь, вам видно, чтобы вы созерцали, какой это крутой наборчик. И хочу вам сказать, что по моим прогнозам, примерно к середине каталога помады закончатся на складе, поэтому поторопитесь. Это для клиентов кисть и очень интересный инструмент для того, чтобы убирать черные точки. То есть такая штучка, но пользоваться нужно с ней ей очень аккуратно. Лицо должно быть очень хорошо очищено и желательно распаренное, чтобы они выходили аккуратненько, не травмируя внутренние стеночки, поры. В заказе у нас два карандаша. Это я взяла себе для мастер-классов и для личного пользования. Карандаши роскошные из серии The One. Два оттенка взяла, черный и коричневый. Черный и коричневый, потому что они очень стойкие. А глазки у меня чувствительные. И они очень хорошо лежат на глазах. Даже если текут слезы от счастья, или от солнышка, или от мороза, то с этим контуром, с этими стрелочками вы можете быть спокойны за свой макияж. Абсолютно спокойны. О, надо было с этого начинать. Что это за чудо в таком прекрасном мешочке? Тру-ту-ту-тум. Если я с аксессуарами в плане шарфиков и сумочек сомневалась, то когда я увидела это ожерелье, у меня не осталось никаких сомнений. Меряем? Я уже мерила. Я уже в восторге, потому что это что-то прелестное. Конечно же, оно сейчас не так ярко выделяется, как хотелось бы, потому что белая блузка. Но представьте, как это будет смотреться на черном фоне, например. Или на красном, или на золотом. На любом цвете, понимаете, хоть фиолетовый, хоть зеленый. Это просто очень стильный аксессуар, который дополнит ваш образ. И это очень модно. Посмотрите, как это круто смотрится. Мне кажется, здорово. Надеюсь, вам тоже понравилось. В заказе у нас еще два масла из серии Swedish Spa. Это мое любимое масло для массажа. Также мы его используем для волос, для тела. Мы с ним принимаем ванны. Я его использую, когда делаю маникюр, педикюр. То есть оно прекрасно увлажняет кожу. А массажист, который разрабатывал Мише ногу после перелома, очень взрослая женщина с огромным опытом работы, сказала, что это лучший продукт из всего, что она видела. Представьте, сколько через ее руки проходит людей. И каждый приходит со своим кремом или со своим маслом. И она была в восторге. Каждый раз, когда Миша приходил, она восхищалась. И мы ей в результате подарили такой флакончик. И теперь она наша постоянная клиентка на масло. Novage. Любимый Novage. Это крем дневной для себя любимый. Смотрите, какая шикарная баночка. Почему я рекомендую Novage? Конечно же, нужно пользоваться всей серией. У меня просто закончился дневной крем. Только использование полного комплекса даст тот результат, о котором заявляет компания. И использование этой серии дает нам гарантию, что лицо станет более упругое и подтянутое. Если у вас проблемы с овалом, если он начал падать, да, бороздить, то я вам рекомендую взять серию Ultimate Lift Novage. И через 3 месяца вы уже получите гарантированный результат. Я его получила, жду ваших отзывов. А вот этому крему я не изменяю уже несколько лет. Объясняю почему. Этот маленький волшебник Novage Экологен с таким прекрасным металлическим шариком. То есть мы немножечко надавливаем, шарик крутится и появляется крем. И вот такими движениями по косточке, орбитальной кости мы прокатываем этим шариком металлическим, холодненьким,
особенно с утра, снимает остатки сна, припухлости и мимические морщины. Этот крем помогает выглядеть еще моложе, еще красивее и заставляет светиться глазки. Это очень классный крем. Кстати, его можно также использовать, я использую, на межбровной морщинке, которая, к сожалению, появилась. Ну, куда без этого. Для справки вам скажу, что мне уже скоро, через 2 месяца, 44 года. И только благодаря этим кремам и серии линейки Wellness, я считаю, что мне такой результат. И у нас остался еще один продукт. Это парфюмированная вода Life in Color. Начинается все с шикарной упаковки. Слюду я уже выкинула, потому что, естественно, я хотела ее быстрее попробовать. А внутри зеленые стеночки такого глубокого цвета. И посмотрите на это чудо. Просто шедевр. Я считаю, что это настолько красивое, даже как украшение парфюмированного столика вашего, где декоративная косметика, где вы делаете мейкап. И вот это чудо я помню из детства. Оп! Вспомнили? Наши бабушки и, может быть, даже у кого-то мамы раньше пользовались только такими парфюмами. То есть они все были с такой грушей. Ой! Аромат чудесный. Вы знаете, я влюбилась в него еще из пробника. А сегодня, когда я его попробовала из оригинала, я поняла, что я сделала правильный выбор. Я вам рекомендую себя тоже побаловать. И в заказе у нас остались только каталоги. Это огромная пачка каталогов, которые я буду дарить своим клиентам. И вышел новый журнал «Уроки красоты». Я рекомендую его почитать, потому что здесь прекрасные советы и рекомендации, как быть еще красивее, ухоженной и в модной. На этом наш обзор закончен. С вами была Лилия Донскова. Если у вас есть вопросы по продукции, задавайте их в комментариях. Я всегда буду рада вам помочь. Если видео понравилось, ставим лайк. И пишите отзывы, давайте обратную связь, чтобы мы с вами могли более тесно общаться. До встречи! Пока-пока!